Гонка диаграмм позволяет вам в анимированном формате видеть динамику изменений тех или иных показателей. То есть в данном случае вот мы видим продукты, часто нужные нам для жизни, и то, как росла цена на них вот с течением времени. Мы видим в правом нижнем углу, собственно, даты, да, когда замерялись эти цены. И сервис, который позволяет нам делать такую гонку диаграмм, он просто считывает большую-большую таблицу, где на каждое время, на каждую дату мы размечаем, сколько стоил тот или иной продукт, а уже затем сервис это превращает в анимированную диаграмму и обеспечивает вот такой внешний вид, как мы сейчас можем с вами наблюдать. Очень разные темы можно таким образом визуализировать. Самое главное, чтобы у вас было несколько вот этих игроков. В данном случае там курица, гречка, хлеб и картофель. Это могут быть названия компаний, это могут быть названия университетов, это могут быть люди, которые в чем-то соревнуются друг с другом. Самое главное, чтобы у вас была достоверная информация, достоверные данные по каждому из этих участников этой гонки и на одни и те же даты. Тогда гонка будет валидна и тогда она сработает. Если же у вас есть только там два показателя, конечно, гонка диаграмм не подойдет такой формат для визуализации этих данных. Гонка рассчитана на то, что у вас на протяжении большого количества времени, большого периода есть замеры одних и тех же показателей по всем пунктам, по всем участникам этой гонки.